Хей, друзья, у вас есть ровно 3 секунды подписаться на канал и поставить лайк, если вы не хотите, чтобы за вашей спиной оказался из цепи скромник. Считаю. Раз, два, три. Приветствую всех, с вами Илюша, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Paint the Town Red. Но сегодня я буду не один, я буду со Славиком Мастом. Хайо, друзья, всем огромнейший приветик. И сегодня мы будем проходить карту из цепи. Сейчас мы находимся вот в таком помещении, тут у нас имеются вот такие охранники, которые охраняют вообще все это здание целиком. Также ученые и другие персонажи. Ну что, Славик, ты готов давать абсолютно всем здесь конечно люлей? Конечно же, готов. Знаешь что, давай мы сначала тебе пушку найдем. Да, кстати, хорошая идея, давай-ка сейчас проберемся за этим охранником. Вот я вижу, тут у нас электрошокер есть. Ну-ка, давай-ка я его возьму. Давай, готов? Давай вот этих, смотри, вот этих. Троих, да? Раз, два, три. Погнали, на, раз, два, три. Офигеть. Так, пошел процесс. Все, отлично, я их уже ликвидирую. Офигеть, смотри, Слав, нас зажимают, надо срочно выбираться отсюда. Так, возьму-ка я дубинку. Скромник сзади тебя. Ё-моё. Вот а? Это точно жесткий босс, лучше я от него уйду. Слышишь, смотри. Ты ему голову снес. Скромника. Офигеть, ребят, Слав, это жесть. И 096, вы понимаете, убил. Так, охранник, что? Так. Может быть, давай вот эту комнатку зачистим, да, потому что тут вроде бы такие слабенькие персонажи, да? Легко. Так, задний, ух ты, ё-моё. Нифига себе, меня ребят ударили. Меня электрошокером долбанули. Ножи, ребят, ножи. Так, что же делать-то, блин, у меня дубинки даже нету. Ты жив, Слав? Так, братан, вижу, иди все. Сюда. Вот ножи на полу. Ага, на так, полу, все, нашел тесак вот этот, да, мясной? Так, давай, подожди, Слав, давай, помогай. Тут, кстати, еще один из цепи так, бегает. 106. Так, давай вместе его зафигачим. Так, хорошо. Да, это старик. Это, ребят, старик. Ну все, мы его зафигачили, да? Все, молодец. Да, зафигачили. Фух, все, отлично. Значит, у нас комнатка чистая. Давай теперь тогда дальше идти. Ребята, имбовая катана. Да, катана, она длинная. Она прям вообще с первого раза практически всех мочит. Это дэшки, ребят. Ух дэшки, ты, дэшки. Слав, тут еще их больше стало, офигеть. Ого, сколько, это что за байкеры? Ой-ой-ой, офигеть. Кого тут только нету в сцепи. Так, на, получай, получай, отлично. Так, я пока что живу. Знаешь, что то, что нету тимкила, да? Да, это точно, потому что сейчас бы мы друг друга точно зафигачили. Я бы нарезал катана, и все. Это уж точно. Так, блин, Слав, тут, короче, у одного байкера есть огромная катана, мне надо ее как-то выбить срочно. У меня вообще прям на донышке, мне кажется, у меня один удар, и все. Бро, иди сюда. Так, иду. Ага, все, вижу тебя. Так, а где эта катана? Вот, на полу, вот, прямо у тебя. Ай, это не ты, подожди, где ты? Так, вот, я все рядом с тобой. Иди сюда. Вот, на полу. А, стоп, мне кажется. Во, все, наконец-таки, Слав, наконец-таки я ее нашел. Так, вот с ней, я думаю, дела пойдут намного лучше. Так, получай. На. Все, теперь у нас у двоих прям такие хорошие ружбайчики, и в итоге нам остается просто зачищать нашу территорию. Так. Все, Слав, смотри. 7 игроков. 6. Отлично. Отлично. А где остальные? Стоп. А, смотри. В комнатку, сюда, в самую начальную. Они почему-то опять тут все отреспаунились. Случайно ребята в комнате находятся, я понял. Так. Отлично. Ой, смотри, это самурай с катаной. О, кстати, он жесткий, его очень долго надо фигачить. Фига себе. У меня, кстати, катана это сломалась, я сейчас опять возьму дубинку. Понимаешь, с самого начала не сломалась, как? Она какая-то прям имбовая. Так, все, у нас тем самым временем уже 3 игрока осталось, да? Ребята, с самого начала игры, все вот эти, получается, эти, как они, NPC рубят и никак не могут убить. У него уже просто от головы скелет один остался. Ну, один скелет, да, тихо, бро. Так, на, получай, офигеть. Да, руку ему отруби. Я сейчас стейком буду его дофигачить. Так, давай по правую руку, да? Как там включать суперспособность? О, друзья, да, можно этот шоквейв. Так. Вот. Отлично. Хорош, Слав. 66 килов. И вы могли подумать, что все, они выбрались из этого здания. Но это была только первая часть. Блин, Слав, куда мы попали? Где мы вообще находимся? Ребят, смотрите, попали. Смотри. Ой, ё-моё, офигеть, охранник на нас нападает. Охранник. Фига ты его задолбил. С ноги ему, на, получай. Все, ребят, забили. Все, отлично. Смотри, дробовик. Офигенно. Оставь его, на всякий случай, я думаю, нам точно пригодится. Неплохо. Чувак, поднимайся давай, мы тебя спасли. Ну, давай, поднимайся. Вот я вам поджопник дал. Ух ты, зачем он поджопника дал? А что это, кстати, это граната? А нет, это, ребят, бутылка. А, розочка, да. Так, ну смотри, он вроде бы не обижается на то, что я ему поджопник дал. Бери дубинку, все, погнали. Все, да, дубиночку у меня. А, это свои, наши, свои. Это свои. Смотри, они бунт устраивают, кажется. А здесь, друзья, не свои. О, давай, Славик, еще, долби их.
Так, отлично. Минус. Хорошо. Все, еще, еще, вот, еще. Я сейчас пока что вот это буду фигачить. Меня, друзья, блин, ударили. Меня тоже, фига себе, они очень сильные. Способность, но... Хорош. Так, пока все, что они лежат, я буду их просто забиваем, да, добивать. Забиваем, просто всех забиваем. Все. Так, может быть, мне тоже на способность какую-нибудь накопить? Так. Так, ты своих только не убивай, таких зеленых, зеленых. Да. А то, ребят, если их ударить, то они тоже тебя будут атаковать. Да, потому что они злятся, так, как бы. Еще. Помоги. Так, иду. Их слишком много. У меня оружия нет. Сковородку, ребят. Берем сковородку. Но... Так, все, отлично, зафигачили. Так, ты тихо. Так, да, так, смотри. Вот еще партия новенькая. Так, щит, ребят, берем. Угу. Дубинку берем. Так, прорываемся. Так, а ну-ка, мужики, по одному, так, по одному. Вот. Вот смотри, в принципе. Забивай, быстрее. Так, сзади, кстати. Все, отлично, вырубил. Сзади. Вырубил, все. Так, еще все? Один прибежал. Все вроде... убили, а, вот. Один. Все. Нормально? Ух. Нормально. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Что вообще за место? А, это туалеты. А очень, тут у нас, друзья, какой-то мужик сидит. Подозрительное место. Электрошокер, кстати, ребят. Электрошокер. Ну, давай я его возьму. В принципе, неплохое оружие. Ну, я с дубинкой буду. Мне, ребят, нравится бейсбольная бита. Так, это что какие-то, смотрите, друзья, то ли растения. То ли зомби. Точно какие-то опыты тут делают. Так, давай сначала в эту сторону. Иди сюда. О, смотри, нифига себе. Что тут? Гитара, а я взял, смотри, тисак. О, давай я гитару лучше возьму. Гитара вообще прям самое то будет. Братан, ты, короче, заглядывай просто в каждый уголок. Ага, тут какие-то пасхалочки, да, есть в виде оружия. А что это, смотри? Что тут? Иди быстрее сюда. О, чувака просто расчленили. Да, а эти, смотри, тоже. Офигеть. Просто разорваны, ребят. Тут какой-то из цепи точно был. Какой-то из цепи, видимо, сбежал. О-о-о. Видимо, были нарушены условия содержания. Мне кажется, нам не поздоровится. Лучше сюда, ребят, не заходить. Да, лучше, ну нафиг. А, не идти, ну его нафиг. Мы лучше сейчас давайте сюда пойдем, посмотрим, сторону. Что тут. Так. Ух ты! А тут две у нас парни, стражи. По одному давайте. Так. Так, смотри, вот так берем, ребят, и просто их вот так. И вот потом фигачим, да, пока они лежат. Так, все, отличненько. У меня гитара уже сломалась, кстати. Хорош. Сейчас по-быстренько возьму. Я сковородку взял. Еще, ребят, сейчас будет здесь один, я уверен. О, ух с гитарой! Ты. Смотри, как выскочил-то, а. На, бери получай. Бери гитару. Все, отличненько, взял гитарку. Есть тут кто-нибудь? Дальше, ребят. Блин, фига себе, тут есть... темно. А они свои? А они какие-то уже нейтральные, а получается, зеленые, да? Ребят. Давай, будем? Давай зачистим, просто давай попробуем. Будем. На, пока есть время, на, получайте все. Так, замечательно. Ну, вот друзья, просто всех, короче, валим, да и все. Гитара что-то без быстро, разбора, конечно, ломается. Берем и всех убиваем. Так, сзади, ой-ой-ой. Сзади. Там скромник, Слав. Скромник активировался. Ай-яй-яй-яй-яй. Беги сюда, в центр. Тихо. Тут, в принципе, можно отбиваться нормально. Ой, на меня скромник загрелся. Она не работает на него, не работает. На скромника не работает способность? Не работает способность. Так, я в него стреляю вот этим Смитом. Давай. Так, ну, скромник, пожалуйста. Так, все, он готов? Он жив. Так, давай, добивай. Так, я пока что возьму какое-нибудь оружие, а то у меня что-то вообще ничего нету. Ты скромника, ты понимаешь, просто взял, убил скромника. Все, от него ничего не осталось. Хорошо, что способность была, потому что скромник очень сильный. Смотри, у этого охранника нож в голове. Нож в голове, понимаете, он живой. Да, жестко. Ты серьезно скромника убил? Как так быстро? Ну вот с помощью этой способности. А, ну это третья суперспособность. Да, она самая мощная, да. Понял. Я прям копил с самого начала. О, смотри, какая-то тюрячка здесь еще, смотри. Мужик гол стоит, что за фигня? Да, это здесь, друзья, тюрячка. В SCP тут вообще лаборатория, очень все странно. А здесь кто у нас, друзья? Здесь, походу, закрыто. Дверь, кстати, закрыта, да. Вообще прям замурована. Все, блин, понял. Слав, надо реально искать выход. Давай сюда. Ух ты, ё-моё! Назад. Ё-моё, там даже громила огромный есть. Назад. Так, назад, я бегу назад, потому что у меня нету оружия. Так, есть тут что-нибудь? Есть тут что-нибудь? Вообще ничего. А, во, нашел тесак. Ой, я возьму вот эту. Штангу. Штанга вообще, кстати, очень хорошая вещь. Штанга хорошая вещь. Да, потому что она длинная. И вот так, бам, фигачит с первого удара. Так, сейчас я его обойду, подожди, я его обойду, только оружие, ребята, надо найти. Где оружие, оружие? Так, я пока что возьму сейчас тесак, вот тот же. Сзади подошел, бью. Ага, давай. Все, убил его. Все, добил. Так, а громила тот остался, интересно, или мы его зафигачили? Я не знаю. Громила где-то ушел уже. Так, вот они здесь были. Смотри, здесь тоже мертвые люди. Мертвые. Так, Слав, иди сюда. Закрыто. Давай вот, сюда. Сюда, вот тут как раз таки эти были все мужички. Во, смотри, еще. SCP. Смотрите, друзья, еще SCP, это 049. Да ё-моё. Назад. Капец, Слав, это вообще жесть какая-то. Как нам с ним справиться? Так, я еще раз по нему попал. Бью его. Так, давай. На, помогаю. У меня нет оружия, У меня, кстати, тоже сломалось. О, дубинка. Так, блин, еще чуть-чуть бы меня подперли. Блин, офигеть. Короче, мне, ребят, нужно одного убить, чтобы остальных раскидать. Блин, на меня чумной доктор идет.
сзади их бью. Так, все. Отлично, отлично. Подпалил. О, все, я так, пришел. Так, а на 49-й, кстати, где? Чумной доктор, он там был. Нет, нет, здесь нет, он где? рядом, сейчас придет. Вот он как раз. Не работает, не работает способность, ребят, как и на скромника, офигеть. На, понимаете? Ой, смотри, все, вроде он опять занесанулся. Да. Просто в висок его, да. Все, завалили. Фух, отлично. А да. Как этот-то оказался там за решеткой? Смотри, чувак оказался за решеткой, но походу сквозь текстуры пролетел. Вообще жесть какая-то. Так, осталось 9 зачистить, и все, и мы сможем нормально отсюда выйти. Мы, ребят, выжили, мы прошли уровень. По сути, давай. Мы должны друзей тоже вот так взять и зафигачить. Все, ребят, придется и друзей зафигачить. Да. Все. Вот, получается, мы этого зафигачили, все, минус 1, да. Получается 8. Смотри, сколько трупов, да? Просто вообще, везде. Просто все в крови. А, все, вижу. Они там. А, вот реально этот громила бежит. О-оу. Громила, у меня оружие, это же... А, нифига себе, он бьет. Так, все, я нашел оружие. А где ты оружие нашел? А я вон мне там, тоже, в центре, получается. Тоже, ребят, надо оружие. Так, громила, на, получай. На, громила, еще раз. Вот, я его сейчас фигачу. Блин, он бывает ускоряется, вот это вообще жестко. Так, отлично. У него, кстати, что, два оружия, получается, да? Вроде бы да. Нет, мило, или, ребят, или мило палка. Убьем. А, не, значит, на. убьет. Все, я его зафигачил. Убьет, друзья. Все, малорик. Так, отлично. Смотри, тут еще, кстати. Ё-моё, тут куча вот этих охранников пришло. С щитами причем. Что делать? Блин, давай я сейчас их вот шоквейвом. Бам! Все, отлично. Ты куда ее делать, ты дубинка? Давай, добиваем, пока не валяются. Так. О, ребят, оружие, добиваем. На. Еще один. Так, и нам все, осталось двоих, да, получается. Это, или стоп. Я понял, те двое, которые были на самом-самом начале. Туда пойдем. Блин, Слав, мы чекали вот эту дверь или нет? Походу нет. Там, ребят, давай походу, пойдем. Во, о, реально выход. Вот она. Ура! Есть! Мы, получается, убили 71 и 73. Да, я все-таки думаю, что те два это были мы, наверное. А хотя, возможно, где-то здесь есть секретная комната с SCP или с какими-то охранниками. Или с какими-то, знаешь, учеными, возможно. Да, просто они замурованы были. Короче, да, друзья, вот такая серия сегодня у нас получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем, друзья, пока. Всем пока.